Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставите лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также оставляйте мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня будет такой расклад на три варианта. Это послание от Вселенной. Что вам необходимо знать, чтобы исполнились ваши желания? И это будет взгляд через Таро. Сейчас наступил сакральный период. Это активность времени и пространства, которые, соединяясь в определенных точках, дают мощный космоэнергетический стимул к реализации задуманного. Этот сакральный период происходит 4 раза в году. Дважды он отвечает за материализацию задуманного, когда из тонкого в плотный мир люди могут притянуть максимальное количество возможностей и в самый короткий срок задуманное, желаемое станет действительностью, реальностью. И два коротких срока, когда мы создаем посылки для того, чтобы материализация состоялась в дальнейшем. Сейчас происходит обнуление старой реальности. И с 9 ноября многие чувствовали дискомфорт. Что-то происходило внутри. Чувство беспокойства, тревоги, неуверенности. Возможно, также плохое самочувствие. Когда человек проживает свою жизнь по старой матрице, где 3D, мышление определяет жизнь по периметру высота, ширина, глубина, и обложка жизни как форма трансляции, а также парадигма выбора «да», «нет», «хочу», «не хочу», «люблю», «не люблю». А вот новая форма реальности, которая происходит в формате нового времени, те, кто проживает свою жизнь в механизме нового времени, может ощутить подъем, прилив сил. Вас обнуляют и дают возможность пройти в новое пространство. Старая матрица Земли убирается, и воронкой закручивается, забирая с собой все ненужное. А новая воронка раскрывается, и люди, находящиеся в разных временных лентах, чувствуют себя по-разному. Но все мы можем использовать сакральный период. Вы можете кардинально изменить свою жизнь. А для этого вам необходимо совет. Мы зашли в квантовую эру, где все происходит на тонком плане. Люди могут использовать энергии космоса, Земли и получить все задуманное. Что вам необходимо для этого? Первое. Запишите себе на бумаге, в блокноте, все, что вы хотите. Ваши блоки, конечно же, в вашей голове. Запишите действительно все, что вы хотите. Вы режиссер своей жизни. И только вы создаете картину будущего. Если вы хотите глобальных перемен, также будьте готовы к разрушению привычного образа жизни. Старый мир будет рассыпаться и будет рассыпаться болезненно. Чтобы в жизнь вошло что-то новое, нужно избавиться однозначно от старого, от ненужного. И сейчас будет три варианта. Три варианта. Вам нужно будет сосредоточиться на себе, на своем внутреннем ощущении, подумать о том, чего бы вы на самом деле в жизни хотели, что для вас очень важно,
и чтобы это обязательно вошло в вашу жизнь. Три варианта. Итак, первый вариант, второй вариант, третий вариант. Сосредоточьтесь. Первый вариант. Старший аркан суд. Вам необходима самореализация, духовное пробуждение, раскрытие своего потенциала. Вам необходимо обратиться к своему роду, отпустить старые обиды, сделать очистку ненужного. Также необходимо в доме сделать уборку, генеральную уборку, избавиться от старого хлама. Вы должны пробудиться, а для начала это должно быть духовное пробуждение через свои желания, через свою любовь. Отпустите все обиды. Простите людей, на которых вы, возможно, очень-очень давно злились и обижались. Если у вас есть претензии к родителям, к родственникам, простите всех и не тащите за собой этот шлейф обид. Он только мешает вам, вашему духу, вашему пробуждению и вашим желаниям. Все то, что вы захотите, обязательно сбудется. Напоминаю, запишите все в блокноте. Все, чего бы вы хотели до 18 ноября. Второй вариант. Все в вашей голове. Все блоки в вашей голове. К вам когда-то пришла информация, которая просто вас постепенно разрушает. Эта информация, она импульсирует в вашей голове. Ваши страхи, ваши блоки, ваша неуверенность в себе, споры, агрессия – все только в вашей голове. Здесь нужна ментальная перезагрузка. Вам нужно поменять форму своих мыслей, изменить свое направление своих мыслей. Перестаньте бояться, что вас кто-то обидит. Кто-то накажет. Здесь необходима перезагрузка. Освободиться от агрессии, от раздражительности. Все, что вы захотите, обязательно исполнится. Запишите все в блокнот до 18 ноября. Все, что вы хотите, обязательно исполнится. Третий вариант. У вас однозначно сейчас появляется шанс прояснить то, что для вас когда-то было неясно. Вам нужно быть аккуратным, бдительным, собрать как можно больше информации. Здесь также еще может быть работа с какими-то официальными бумагами. Вам, возможно, кому-то просто необходимо пойти учиться. Пойти переучиться. Ничего не нужно бояться. Вам нужно научиться рисковать. Тот свет, который нужно зажечь, он внутри вас. И вы этим светом осветите себя и осветите все вокруг. Также вам необходимо прислушаться к близким людям, которые вас критикуют. Возможно, эта критика поможет вам в дальнейшем разобраться с собой. Это не говорит о том, что вы должны заниматься самоедством, либо же обижаться на тех людей, которые вас критикуют. Здесь все нужно хорошо взвесить. Вам необходимо получать больше информации, больше читать, больше познавать, больше быть открытым всему миру. Все, что вы захотите, обязательно сбудется. Запишите
в блокноте все то, что вы хотите, до 18 ноября. И это обязательно сбудется. Я всем желаю всех благ. Я желаю вам мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих детей. До новых встреч!